Найти удобный пункт сдачи анализа на COVID-19 поможет интерактивная карта. На ней представлены более 260 государственных поликлиник и частных медицинских центров Подмосковья. Карта будет постепенно обновляться и пополняться новыми адресами. Доступен сервис на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Чтобы воспользоваться им, необходимо найти на карте ближайшее учреждение и записаться на анализ по телефону. Проходить тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции с 15 июля обязаны все вернувшиеся из-за границы россияне. Результаты анализа, полученные методом полимеразной цепной реакции, необходимо в течение 3 дней после возвращения передать в Роспотребнадзор. Жители региона с подтвержденным COVID-19 должны оставаться дома на 2-недельном карантине. Граждане с признаками ОРВИ могут обратиться в свою поликлинику и получить направление на бесплатное тестирование.